что, нет совсем, Арине? Ни капельки? Нет. Жаль. Приветствую, народ. Вот сделал такую штуку для измерения эффективности ВМГ. Очень дешевая, очень простая. Состоит на базе Arduino, пару модулей. Вот сейчас опишу, как она работает и что она умеет делать. Ну, здесь у нас показывает килограммы давления ВМГ. Это у нас положение газа, так сказать. Входное напряжение. Ток проходящий, мощность в ваттах и эффективность. Эффективность он делит сразу килограммы на ватты. И мы получаем результат. Сейчас я покажу вам в работе, как он, что он крутит и как он делает. Но прежде чем его разобрать, некоторые особенности снаружи. Это вход питания для аккума. Это просто я так поставил, не знаю для чего коннектор, может в будущем пригодится. Это выход на регулятор питания. Это у нас обороты, понятно. Это сам у нас ТНЗ-датчик, он установлен. Вот здесь это небольшой усилитель я предусмотрел, но все-таки это советую сделать из железа, из алюминия. Скорее всего, это в будущем это рассыпется, не знаю. Ну, пока работает, вроде бы прочно, печаталось все с 80% заполнением пластика. Так, это что? Это у нас выключатель, это регулятор, понятно, оборотов. Эта кнопка идет в разрыв от Arduino к регулятору. На всякий случай, если у вас вырвет или еще что-то, чтобы отключился мотор. Ну, теперь приступим к разборке. Так, внутри у нас Arduino Uno. Ну, по идее, можно использовать все, что хочешь. Про мини, любой Arduino. На любой отменке 168, 328, на любой, короче. Дальше, это у нас бэк, стабилизатор питания. К нему также сразу, от него питается Arduino. Так как Arduino питается до 12 вольт, я использовал бэк, чтобы можно было аккумы ставить до 5S. 6S, по-моему, он не потянет, но... В принципе, я 6S пока не использую. Дальше, это усилитель ТНЗ-датчика. Вот здесь находится, к нему идут провода. Вот этот у нас датчик тока. Понятно, что тут еще у нас есть, какие особенности. Ну, в принципе, ничего тут такого нету. Все модульное, блочное, ничего травить, паять не надо. Теперь перейдем к схеме и быстро объясню некоторые моменты. Так, по схеме. Что у нас тут по схеме? Так, начнем с питания. Вот поступает напряжение сюда. На стабилизатор 9 вольт идут на питание Arduino. Дальше. У нас идет плюсовой провод, а он идет в разрыве. В разрыве стоит датчик тока. Датчик тока питается от 5 вольт Arduino, от внутреннего стаба Arduino. А вообще все модули питаются от внутреннего стабилизатора Arduino. Так же, как и резистор, регулятор оборотов на 10 кОм.
Так, потом что у нас тут еще? Вот стоит двигатель напряжения, чтобы Ардуино высвечивал показания. Напряжение. Этот двигатель стоит до 30 вольт расчетных. Если у вас нет таких резисторов, то в онлайн-калькуляторе забейте делитель напряжения из резисторов и подберите, что у вас, под какое вам нужно напряжение. Там очень просто и легко вбивайте значения, все ясно. Это у нас резистор контрастности. Ну, это выход к оборотам. Ну, тут все, схема до ужаса простая. Следить, как что подключать, все понятно. Теперь я объясню, что у нас в скетче. Так, что у нас тут творится? Итак, вот это калибруем весы. Вот здесь 44. Калибруем весы. А по умолчанию стоит на этот задатчик 5 килограмм. А если вы будете другой датчик использовать, ну, к примеру, 3 килограмма, 1 килограмм, то вот вам надо подкорректировать вот эту цифру. Вот эту цифру. Как я делал. Разворачиваем, включаем. Ложим сюда 100 грамм, смотрим на показания. Ложим 100-200 грамм, смотрим на показания. Потом 500-600, 2-3 разных веса положить. Понятно, если по схеме непонятно, здесь все подписано. К пину 9 идет регулятор оборотов, к резистору крутилки нулевой аналоговый. Можно также установить бузер, чтобы он пищал. Это к датчику тока. Это делитель тока. Один. Так, что тут у нас дальше есть? На что стоит обратить внимание? Так, вот 0,66 милливольт. Это для датчика тока 30-амперного. Если вы хотите использовать больше ток 50 ампер, или меньше 10 ампер, можно под аташиту посмотреть это значение и поменять. Теперь здесь я не стал запариваться со скетчами. 3-4 строки. Так, что у нас? Напряжение. Если не совпадает напряжение, вот эту цифру 31 вольт, так как я делитель сделал на 30 вольт, но резисторы они не прям 100%. Сравниваем вольтметром входное напряжение и что у нас показывает на экране. У меня значение получилось 31, совпадало прям до десяток. Если меняем здесь 31, то надо везде выставить, где 31, вбить свое значение. Что тут дальше? Так, ну это для бузера, который я не поставил. Ну, по идее, все. С этим закончено. Скетч очень понятен, все очень ясно. Все файлы, скетчи, документы я вложу в описание к видео. Также файлы для печати. Но повторюсь, я бы рекомендовал, например, вот этот бокс распечатать или самому сделать из дерева, из, не знаю, из пластика. А вот это бы я все-таки сделал из алюминия, не знаю, типа пластины, уголок, прикрутил бы к ней тензодатчик, он очень удобно сделан, в нем уже сразу резьба нарезана, к уголку прикрутил. Также бы это сделал из металла, алюминиевую пластину, не знаю, просверлить 3-4 размера под разные типы моторов. Все-таки железо, на есть железо, а это со временем скорее всего рассыпется от вибрации или еще от чего-то, а может и выдержит, не знаю. Заполнение сделал большое, посмотрим, насколько это будет прочно, хотя каждый день я этим не пользуюсь.
это нужно. Вообще мне понадобился, чтобы сравнить на одном крыле разные пропы. Потому что у меня есть два пропа 60-40, между которыми выбор 60-45 и 60-40. 60-45 он у меня коптерный проб. 60-40 именно авиационный проб. И по идее по ОСД они, по-моему, они плюс-минус одинаково все находилось. И все-таки я выяснил, что авиационный проб 60-40, он более эффективный, менее мощный на максимальном газу. Но на среднем газу, на котором я летал, на круизном, где-то примерно 55 км в час, он намного эффективнее. И что еще открыл, что оказывается вот эта трешка проб, он еще более эффективный на среднем газу. Так что штука удобная, в любом раскладе лучше что-то смотреть, чем ничего не знать. Спасибо за внимание и до следующих встреч.